16 ноября в нашей стране отмечается Всероссийский день самбо. По традиции, в честь этого события в спортивной школе имени Героя России Олега Охрименко проходят областные соревнования, в которых участвуют более 100 юношей и девушек в возрасте 11-12 лет из спортивных школ и клубов Омска, а также нескольких районов области. Участников все больше и больше становится. И прям по занимающимся видно, что именно самбо сейчас у нас в России популярно. Я тренер по самбо. И приходят записываться вот даже не в дзюдо, а больше в самбо хотят заниматься, потому что все знают, что такое самбо, что есть боевой раздел самбо. Вот. И, наверное, как бы какая-то у них гордость за Россию, что это наш вид спорта. И вот ребята больше стремятся записаться в самбо все-таки. Участники демонстрировали острое соперничество в каждом поединке, хорошую динамику, активные действия в стойке с акцентом на умение выиграть позицию, провести прием, перевод, а затем развить успех в партере. Это самозащита, это самое главное. Я могу на улице защищаться. Плюс мне очень нравится бороться, выступать, занимать места. Мне нравятся подсечки, бросок через бедро, бросок с колен, получается, спину с колен. Победители и призеры соревнований определятся в 10 весовых категориях.